Говорили, разумеется, о проблеме, которая сложилась после прекращения 18 июля Черноморской инициативы по вывозу зерна из украинских портов. Мы довели до турецких партнеров наше понимание того, что необходимо сделать на Западе, прежде всего, для восстановления жизнеспособности этой инициативы. Кроме этого, мы обсудили инициативу президента России об организации поставок в Турцию российского зерна объемом до 1 000 000 тонн по льготной цене для последующей переработки на турецких предприятиях и отправки в наиболее нуждающие страны мира. Этот вопрос обсуждается также с участием наших друзей из Катара, которые готовы поучаствовать в финансовых аспектах этой инициативы. Как только будут приняты меры не по переговорам о российской части пакета Черноморского, а меры по решению всех тех проблем, которые остались невыполненными, несмотря на обещания генерального секретаря ООН, чьи усилия мы ценим, но как только разговоры превратятся в конкретные решения, в тот же день мы готовы возобновить и украинскую часть зернового пакета.